Друзья мои, добрый день. Здравствуйте. Сегодня дата 97 лет. Блогер из Перми, КГБ, бывший Бессонов. Спасибо. Сегодня 97 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. У меня, кстати, бабушка родилась в 22 году, и в 22 году образовался Советский Союз. Я вас поздравляю с этим праздником. Друзья мои, ну вот, особенно кто служил, вот я служил на границе, и 18 лет начал служить. Представляете, какая вот это, когда огромная-огромная страна начинается вот с того рубежа, который ты защищаешь и так далее. Потом служба в Академии Комитета Безопасности, 90-е годы, вот они все на нас обрушились, да, когда фактически произошел процесс полной мафизации управления, слияние организованной преступности. Наши граждане пережили колоссальные годы разрушения. Да, разрушение экономики, накопления. Самое главное, что элита ушла от власти. Те люди, которые сегодня пришли, ну, в любой стране мира, это называется организованная преступность, они сидят в тюрьме, мафия. Но по-другому не могло ничего образоваться, потому что шел процесс накопления капиталов. Да, к сожалению, капитализм он другим в России быть не мог, потому что вот эти все, так сказать, все вот эти общественные отношения, все вот эти вот теневой бизнес, который формировался и который преследовали в стране, да, в Советском Союзе, КГБ, МВД боролась за то, чтобы, так сказать, все-таки преступность находилась в той нише, в которой она находилась. К сожалению, в 90-е годы, в годы перестройки, слились с государственными органами государственной власти, произошел процесс, страшный процесс слияние организованной преступности и правоохранительных органов. Особенно страшно, когда с Комитета государственной безопасности срасывается преступность и происходят вещи практически неуправляемые. И гражданин, обычный человек, рядовой рабочий, труженик наш, который не имеет никаких связей, да, человек совершенно не защищен. Он никому не нужен, над ними издеваются как хотят. Ни судов нет, ни правоохранительная система на его не защищает. И я вам хочу сказать, что я в такой системе служить не смог, и поэтому конфликтовал с руководством ФСБ по уголовным делам, когда при помощи бандитов в Москве решали хозяйственные вопросы, я рассказывал, дети страдали, и тогда я горжусь этим. И самое главное, что я-то защищал простого человека, человека труда. Да, вот он кому пойдет, он кому нужен, кому кто его будет защищать. Когда нет ни закона, ни права, у него нет ни связи, он честно трудится, стоит у станка, так сказать, у комбайна стоит, выходит, так сказать, получает копейки и над ними издеваются, как хотят. Вот наша задача вернуть всю систему управления, нормальную систему, правоохранительную систему в стране, чтобы она защищала именно вас, людей труда, потому что на самом деле вы никому не нужны. Тем более, что этой власти, это просто мафия и уголовников, она должна уйти от власти. Она объективно уйдет, уверяю вас. Они не доживут до следующего транзита власти 24 года. И вы увидите, что в стране все разрушено. Разрушены заводы, фабрики, правоохранительная система. Фактически все предстоит зазывать заново. Поэтому еще раз с праздником. Это была империя добра и справедливости. Да, я вам хочу сказать, что в КГБ... Ну, да, в Москве я столкнулся с этим, когда руководство... Это в ельцинские годы уже сошло с ума при помощи бандитов. А вот те люди, кто служил на границах, особенно... Особый отдел на погранвойсках, разведка пограничная. Это люди-герои. Вы знаете, там никто никаких, так сказать, что называется, диссидентов не лепил. И дела, так сказать, не стриг, так сказать, и так далее. Там люди действительно защищали границу, там ходили, передеваясь за пределы, на границу изучали с агентурами, спецоперации разрабатывали, действительно прикрывали, боролись с шпионами, которые реально были на границе и так далее. Но, тем не менее, не они определяли политику в системе КГБ, такие как Путин, такие как Крючков, который, так сказать, в нужный момент не смог дать команду. Да? Команду прекратить противоправные действия, разогнать эту толпу. Да, была бы кровь, да, была бы... Кто не подчинился приказу, конечно. Но мы сохранили страну, систему управления. Тем больше, даже Леонтьев, Нобелевский лауреат, сказал, что у вас проблемы в экономике насморк. Никаких особых проблем не было. Все это было решаемо. Потому что нужна была воля к власти, воля к победе, уверенность в то, каким идеалом ты служишь, так сказать, и так далее. К сожалению, у той власти, у тех людей, которые пришли к власти в перестройку, чего этого не было, и в итоге мы с вами все пострадали. Не пострадали только жулики, мафия, бандиты,
Ну и ряд представителей КГБ, которые, к сожалению, сделали карьеру в эти годы. Я их ненавижу, это подонки. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.